رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله طل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للفداع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للفداع أيها المبغض فينا جئت بالأمر المطاع يا رسول الله Ассаламу алейкум, қадырлы қунақлар, мұхтарам қунақлар. Біз сізні Мәдәни ауылының Рәшиде мәшіт ашылуының 30 жылдығы білен тәбриклейбіз. Бұл матур жерде ескерткіш мәшіт, машалла. Жұмға күні біз мүбәрәк болсын. Қазір біздің хижри календары бойынша 1446 жыл кірді. Хәм Мұхаррам айының 7-ші күні. Шул есептен концертыбызны мінәжәт білән ашып жіберді. Рәсәй Федерациясының от қазанған артисты, Татарстан Республикасының халық артисты, Хаджия Найля Фатехова хәм Медина ансамблі. Нәп білә әлігі мінәжәт білән пәйғамбәр бігізні Салаллаху ғалейхи сәләмні Мәккедән Мәдәнеге қаршы алғанлар. Әхәзір, сіздің иқтибарығызға манара жыры Найля Фатехова хәм Медина ансамбля қол шабып қаршы алабыз. Енді біз мына шы мәшітке башлап жерлебіз. Мына ескіткіш мәшіт біз. Алхамдулилла. Машалла, машалла, машалла. Yürüdüler, kurbanlar.
Недавно мы тоже были в Умре, мы они им дал траган, без них хаджи дуслары вас, без них туган нары вас, мы шуше, бетен халыкка, без шуше жербызна, бамшлап жерлы біз. Альхамдулилля! Yeah.
біздің Мәскеуде яшыбызшы, ансамбль он қайғыда барғаныбыз жоқ. Иранда да болдық, Иорданияларда, Тунисларда, Мароккода, Турцияда, Саудовский Арабияларда, біздің Қазақстанда, Узбекистан. Мына шыша жерларбыз білен, біз яқынашабыз, біздің мұсылманнар білен. И мне очень приятно, что сегодня в такой день вот эти песни мы исполняем в разных странах, а сегодня вот здесь, в нашей Нижегородской земле, альхамдулилля. И один из мунаджатов, который мы исполняем во всех странах, нам его подпевают, это салават, он так и называется, «Ассаляту аля наби». Субтитры сделал DimaTorzok.
И хотелось бы отметить, что в этой замечательной мечети мы тоже сегодня читали с девочками намаз. Джима намаз, сезна тагенда. Барек болсын, джима кенебіз, машина, біз яздык шынды жерді. Намаз, Ясин Мустафин, сіздерінде намаз. Мусульман всех. Это «Адеб Ахляк Тайнаклык». В переводе с татарского «Адеб» – воспитанность, «Ахляк» – нравственность, «Тайнаклык» – скромность. Шулайм, альхамдуля, шулай булсын, иншалла. «Адеб Ахляк Тайнаклык». Thank you.
Песня, она очень особенная и знаменательна именно для вот этой сцены, для этого момента. Она называется «Узяла». Слова к ней написал наш классик татарский 19 века Габдельджабар Кандалы. И в этой песне поется о том, что он, любовь его к сыну, он ушел в дальнюю дорогу, и он ждет его и просит у Аллаха терпения и быстрейшего возвращения сына. Сегодня это очень актуальная песня, потому что все мы ждем с этих событий, с победой наших братьев, сыновей, друзей, отцов, иншаллах. И еще эта песня, мы ее исполняли 33 года назад, вот Ваис Афенди Гельманов говорил, когда здесь еще были леса, мы здесь пели на грузовиках, поднимали минарет. И у меня была единственная песня в моем репертуаре, религиозная. «Дин Буэнша Манаше Узе Аллах». Музыку к ней написала казанская композитор Масхуда Шамсуддинова. Эту песню передавали по телевидению. Я ее пела в Москве во всех больших залах. И в Лужниках, и в России. И вот сейчас мне очень... Я давно уже не пела. Сейчас очень приятно, что здесь, сегодня, для вас, вот здесь она вновь прозвучит. Узяла Габдельджабар Кандалы. Ki her gün
смеялися, вірив максудовне Алла. Саме тебе є м'яздем, лазій зиптєм, я все з'єм. Кури шуки не надізе, тирештири це дузе. Алла, узе. Сейчас уже вот внуки мои сидят, 15 лет Камиле, 6 лет Тимирчику, Нурьяныгендануклары. Камилочки у нас еще тогда не было. Вот, альхамдулиллях, сейчас мы вот в таких красивых костюмах ставим. Хотела бы сказать, что 33 года назад Файза Фенда Гельманов нам шил первые костюмы концертные. Красивые прям были. Ну, сейчас я в них уже не вмещаюсь. А вот сейчас нам пошили татарские костюмы. Мотор? Мотор ведь Казан, да, Тихирявис.
И нам приятно, очень помогли наши нижегородцы. Это наши сестры по умре. Альхамдулля. Рахмэтлярим нэбэздрэбэс. Аллахталя рахмэтлярим явсан. И наша же нижегородская девочка Стелла. Тоже вот, дорогие, нас так вот порадовали. Ну и в таких костюмах, конечно же, хочется спеть татарские песни. Чин татар. Вот булгар. Башки нэрэбэс, шунды конфакларэбэс. Манэ шунды гейм нэрэбэс. Эдегс, Бергалет, Жерлигале, попури на тему татарских народных песен. We'll be right back.
Туғандарым, ғазиз мұжбарларым, әләлік
Камила Касымова, баянда Рушан Люкманов. Алып бара біздің концертті бізді Аделя Күдюсова. Менің дәрсі әткенім келі, әйтесім келі. Аделя біздің, во-первых, она победительница конкурса «Татарқызы международного» 2018. Алқышларғыз, Қазанда. Мәскеуден ол бірінші жиңуші, альхамдулля. Таған ол бізден нежгар бұл, олай қазір енді. Аллаға шекер, кейуіге шекті енді әмеші егетіне. Хадисқа табриклейбіз, Хайланасы кутырып тұра Насиме. Молодец, очень хорошая невестка. Альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. В наши ряды вступила Аделюшечка. Рахмет сіңе. Сіздің иқтибарыңызға тәқдим етеміз. Әлігі концертінің продюсері, түрлі конкурслар лауреаты, татар мәдениетіне кірткен үліші үшін Татарстан Дәулет Советі бөлігін Фәрид Мұхаметшин қолынан алған Рафит Валитов. Исендер мисиз? Син сазыңны уйладым жүрі білен. Алабыз. Исендер мисиз? Ауылдаштар, яқташтар, қардаштар, туғанлар, зинелер, тәтейлер, кәмбаршалар. Біз енді міне шынлапта, еміне біз концертта теге шалдыр болдырға жылаға құрылмадық. Біз Алла қошамын, Рушан білен енді яқташым, ауылдашым, достым Рушан баяныз болғанға көре, біз баян біле бір жылапы қарама келебіз. Дұрыс мәскен соғайтынан бірді әрде біне үткені ек, ғұрылар да біраз ауырта, нөн ічі Алла құрам білядым өй бітерем. Енді бірін жүнді басымыз, сыңдыр шул, сыңдыр. Рисет дегенс, мені таңында бір
Хан абыйның репертуарынан бик матур җыр, чынлап та ул җырны яратып тыңлый идек. Әгәр булдырып булса, чөнки миңа бер сәйткәндә, беренче тапкыр җырлавыла шул сәхнәдән. Әнінің самовары.
бигиче репертуарынан «Ялгыз аккыш күллерде». Татар кешесе,
үз қадіріңі біл. Тарихи традициялар, ата-бабалардан қалған ғұрып-ғынетлеріні құрметлі. Тіліңні, дин, иманыңны сақла. Әй, сүйікті татар қызы, өз-өзің бұл. Сен қар, бұлма бұтен, ойла-ойла, сен бит татарсың. Қайда бұлма, қайдағына тұрма, милли мұңың білен иліңні үйрен-үйрен, білсін балаларды. Ұныта күрмету қай тіліңні, тілі еше, туған тілі болып, татар болып, тудық біз. Татар болып, бұынларға көшік, бұынларда ешер рухы біз. Рахмет. Рахмет. Альхамдулля, альхамдулля. Рахмет. Хазірінгі шарабызны девам етебіз, хам сәхнебіз тұрында Найле Фатехова хам Медин ансамблі. Біз татарлар жыры. Біз татарлар. Алтышла. Біз Каримова сіздерін айын салған. Айдайыз, біргелер. Бұрланамыз. Аллаға шығыр. Туған үйді. Шатлы
Yeah.
Сестрам всем, с кем были мы и всегда вместе, с Изге, Туганнаром. Потому что это необыкновенный праздник, вот петь здесь, с Изнагищен. Альхамдуля, рахмет явса. И хотела поблагодарить еще главу администрации, Фильза Ханумна. Флюза Ханум, благодарить вас за организацию, за отношения, за то, что вы здесь, Аллахашка. Ваши аплодисменты. Аллах рахмет арьялсен. Рахмет ваш сборник, ваш диск. Рахмет. Рахмет сизге. Жерим прошла репортала. Рахмет ялсен. Вообще хочу отметить семью Валитовых. Рафик, сизне, Файля Хановна, ваших сестер, братьев, родителей, всех Аллахашка. У вас необыкновенное село. Алихамдулля. Я сейчас сын Мадяна. Куткина, Купна, Яллар. Аллах Талян, Ярдамилян. Рахмет Ивлян. Ура! Рахмет ялсен. Нурдан ты тошка на вид,
тез, иншалла, біздің концерт тамсын. Ярый ма? Иншалла, рахмет. Мене шылай болса, мене болар еді, альхамдулилла. Ну, девочки, которые в нашем ансамбле поют после наших концертов, очень многие на мозга басалар, альхамдулилла, поэтому всегда надо говорить. И только хорошее, только благое, иншалла, рахмет сізге. Ну, а хазыр сіздің білен бірге, біргелев, мене... Яраткан жерларыбыздан бірсі Сара Садықованың жері бірінші мәхәббәт. Бірге жерлейбіз ма? Не слышу. Жерлейбіз ма? Айдайыз, бірге әлі. Рахмет. Много мы говорили о вас. И действительно, наша вот тогда
пение наше здесь концерт, как первая любовь. Прям вы вовремя подошли. Аллах ашикар, рахмат. Будем продолжать работать. Сызнэнь ишен, татар, башкорт татарларның жыры. Сызнэнь ишен. Я кара, я кузина.
Әйтегіз, бір келіп, жиікте, жүріктегі. Олды бейтәкілі түбеттей башқайыма таптама. Башқайыма таптама. Абыдейіп шайардасын. Yeah.
Рахмет, Визу. Рахмет. Рахмет, Виза ханым. Рахмет, татарлар да шундай
поговорка бар, бір көрешу, өзі бір ғымыр. Біз шының білен де тұрамыз. Бір көрешу, біздің үшін бір ғымыр. Одна встреча, это целая жизнь. Ансамбліна барғызға да мен-мен рахметлерімізді білдіребіз. Шынкешті біздің шылап ұлылап,
minnegen avullar arasından bizden o kilgeniniz için bizden Allah bizden şartlarımızla ortaklaşıp bizden şartlarla şartlanıp kilgen için sizge minnegen hakmetler. Demine yine Kıdayı yazdıklarım daha küp küp yıllar bir geleşip Madoguna yaşayıp şu şundayı çalışmalarına bir Kıdayım nasip etsin. Onları minnegen Ali Hanım için de yüzyıl hakmetler ne dedim. Siz beni olasaklarına çoğuyan için beni hoşlanıp her vakitte birincisi bir matur birincisi düz yaşayıp bilemez. Allah'a şükür küp küp tübeklerini yavlam alıp birincisi bir düz yaşayabiliriz. Ali Hanım sizge, bütün ansambili sizge, Ruşan sizge indi. Biz de bu yollara zorlaklarımız kilesi çocuğu kadar. Kırmızı tuğanlar kardeşler, 14'inde sabahın düğünü Allah kuşağı cilişimiz var bizde. İnşallah bizim rahmetlerimizi bildiremiz Roza Sarayoğlu, bizim direktör isimliyim. Maratka, Marat, familia kızını bilmiyim, ben zıpkı operatörü. Bizim bütün buluşkan kişilerde, rahmet sizge. Allah tela bizge gelecekte de inşallah kürüşürge nasip etsin, inşallah. Mine Razo Hanım bir gün bizge bir kü videolar yazadı, bir kü fotoğraflar yazadı. Allah kuşa isen buluttursak, sosyal kürüşsiz mine video yaptılarına Allah kuşa tapşarırız, cibeririz. İyi hırmetli tamaşçılarımız, tanıda vakit edemiz. 14'inde 11 dolar 13 minutta başlayabiliriz konsertimizde. Ballar bile kiliyiz barayız da başlayıp cibeririz bir geleşip. Mine Ensemble tanıda vakit rahmet sizge. Rahmet sizge. Rahmet. Rahmet. Bilesin çoğuşlara kadar.